Следующая остановка – Заповедная улица. Уважаемые пассажиры, при возникновении сложностей при оплате проезда телефоном через сервис электронной платежи, используйте пластиковую банковскую карту или карту «Тройка». Удаленное пополнение карты «Тройка» доступно на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок! Заповедная улица. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Карты «Тройка» доступна на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок! Карты «Тройка» доступна на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Приятных поездок!
Теплая улица. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю.